Бензин делать. Жека на пауках ты. А? Жека на пауках. Так что смотрите, лицо не потеряйте. Ага. Сейчас Тарфол ебало в пол. Не успел, блять. Он меня притормозил на полпути. Так как тебе привяжусь, мне взять чуть-чуть надо. Я прям, меня, короче, прям сильно беспокоит, ну, в Дискорде. Я Саша по себе боб дал. Пить этот Диссон. Ты можешь тоже прыгнуть, вы уже выживешь. Ой, тебя знает. Может, я счастливчик, блядь. А что же это? Та-дам! У вас расписание еще не ставили, да? Да, стандарт там будет завтра. Одно груль магик, хм, потом и потом суп с котом. Надо кому-то. Да, ты че, что ли? Я бы взял бы на успех. Ну, а Женя? Ищи все, давай сразу же. Найти ищи сразу же. Давай, у меня рот большой. Все заберу, блядь. Шея. Ну, если никому не надо. Че, войти не надо? Че, сейчас, секунду. Сука. Это я на чё кидал рол? Забирай. Нет, там, блядь, через 3 года, блядь. Игла. У кого есть успех, берите себе, блядь. QR-код отдаю. Лук надо навар? Сейчас гляну. Да, давай. Дай мне. О, наручи мне надо. Роль. Два, у меня еще наручки. У тебя какие наручки? Я хороший наручки. Дай мне. Грудак. У меня скрит. Не надо. Там лог добежал, заходим. У меня грудак 4. А в наручке у меня здесь 2 шты какие-то лежат, да? И вот это как... последний посох. Крит меткость. Ой, не добежал. Может, монотранс да. Так, ребят, на пола нету, так что давайте веселее умираем. С улыбкой на лице. Процента крида, крита, когда кап 54. Это самый такой душный ивент, ткани выйдут, не понять просто.
Вони бегут, хлопцы. Не умрите от мобов, дайте собрать. Бейте. Кто откидывает? Нагодяй. Ну я сбил первые косты там, которые кости. Топовая боешь? Че, за ЕПшем? Косарь ставлю, да. Кому? Это я на трансмут забрал, да. Бля, что я нажал? Оно, считай, как-то 10 выглядит, да? Первый, да. Дети надо покупать бы. Не думай на секунду, с высока. Че, этот... 17 мгновений весны пересмотрел? Да. Цветной? Нет. А? Цветной фильм? Нет, не черно-белый смотрю. Кстати, не знаю, кто спрашивал. Начал смотреть Оби-Вана, нормально кино. Ну да. Кстати, посмотрел я эти битые пиксели. Я тоже посмотрел, блядь. Не знаю, как, бля, может быть, таким ебанутым, блядь, сесть в комнате всю жизнь. Блядь, ну, на нас похоже, половина, блядь, гильдии так сидит. Кто, Оби-Ван, что ли? Нет, отбитые пиксели, как там. Это что за хуйня? Просто куча крайностей, просто сплошные крайности. Такие, бля, задроты там просто. Это что, это сериал такой же? Сериал, да, отбитые пиксели. Британский сериал. Про геймеров. Это про крайности, конечно. Лучше такое не подберу. В этих персонажах ты можешь увидеть себя, допустим, и своего адекватного брата, сестру, который, бля, живет жизнью полной. Нет, там нету адекватности, там все в крайности. А вот рыжий парень мне чем-то напомнил Петю. Нет. Что ж такое? Крафтим. Гриндом таким я не занимался. А то я в кофте захочу разводить. Вы новый трешак смотрели, который вышел? Да, все и сразу нахуй. Нет. Я смотрел пиздец, блядь. Стоп, сейчас по тактике. Жека, ты собираешь чисто дракончиков. Я одного гриппа, его дотки обвешиваю, полужудую. После этого доможить. Короче, кто любит трешачок, вот, посоветую тоже посмотреть все и сразу. Это, блядь, психушка на ровном месте. Не знаю, есть какие-то трешачок, у Андрея есть сайт мультиков на украинском. Вот это, блядь, реально трешачок, блядь. Я когда мне грустно, я все выпить, я тоже выпить. Угарный, сука. Я одного гриппну, чтобы дотки распространить, сильно не врывайтесь. Давай уже, иди. Да нормальная точка, все. А, кто хилить будет? Ой, блядь, кто танчить будет из вас? Я буду танчить. Так, надо... Вань, давай будет, сюда уже тащи. Тащу. Да мы бы хуже убили, блядь. Собирайте, тряняй. Да, готов. Ждем. Уже пошла мор. У меня только одни звуки, ничего больше ничего не вижу. Одни звуки. 40к от ДК. Так вот, что тебе нужно будет дотки, все, что раскинуть мне. ДПС отправили. 300к до сове. Я 40. У меня 51к, показывайте. Такого? Да. А, я обнулил рекаунт, мне похуй. В моменте пула, да, и обнулял по КД, чтобы не увидеть цифры. Да я лучше заспамил на 20 тысяч, нахуй, мне похуй. Да вы их ведете. Я хуй знаю, куда он их ведет. Они сами толкаются, кто-то пинает, блядь, они меня пинают, я их пинаю. Ну, короче, я метки пока поставлю. Во, все, я встал. И
Я единственный трешак, который смотрел, это Эш против зловещих мертвецов сериал. Ну, это не тут еще есть. Понимаешь, это еще какой-то осмысленный трешак, нахуй. А там просто пиздец, а. Это, наверное, опасно для психики, блядь. Прикольно. Для здоровья? Ну, не так, для психики, наверное, да. О, не работает, что ли? Работает. Не работает. Сука. Я не могу его там, где я, у меня это... ему нет. Кто-то обоссался, лужу кинул уже. Короче, пацаны, посоветуйте. Меня зовут Гидди, шляпа кабана, взуломан. И мне идти с ними, и на все один хуй там меньше 2 часов. Или идти с Кириллом. И потом не факт, что будет сложно. Да с ними, бля. С ними, да ты чё, бля? Шляпа кабана, ну, нихуя себе. Это аргумент, блядь. А? Кабана ходил? Ну ходил, что-то я там и ВК, да, Нуба, доски, потом что, Виклик делали. Еще какую-то хуйню. Если они соберут все сливки с ТИТО, без ДПС, ну то ты пройдешь, закроешь. У Кирилл, я думаю, с вагонами тоже не пойдет, я хуй его знаю. У меня не вагон, блядь, забудьте такое слово. У меня вот шаман такой вагон. ДК у меня затанчит на фул. Там 70 тысяч хп, блядь. Не, я говорю, с Кирилл с вагонами не пойдет. Все, валите. Валите. А, ну это да. Или там кто-то другой релит будет. Кирилл вроде. Только вот не знаю, он ДК или локом пойдет. Если он ДК, то, наверное... Кто-то другой релил Кирилл, я бы в гильдии остался еще, так что забудь. Так там же второй рейд этот рейд. Ну, вот честно, типа. Я всех перемутил, блядь, и все. Он рейдит адекватно, типа, мод мне дает топор мне надо. И нахуй меня не посылает, в остальном не похуй. Ну да, ну так же примерно. Хожу в рейд. Классическая. Ой, бля! Нахуй, блядь! Это ты про что? Блин. Да, никому конкретно не говорит, но сидит ты просто понос в чат льёт. Ну, Вань, давай будь честным. Если не следить за собой, посмотреть на нас со стороны, так мы-то ещё, блядь, ещё те додики, блядь, не хуже его, нахуй. А, ну мы, конечно, фрики, но не столько. Ты, блин, ты себя слышал, как со стороны, как ты начинаешь орать, заговариваться? Пошел нахуй, заебали, блядь, чё ж, заебал рот, и то, и всё, нахуй. Это раз, ну. Главное это осознавать почаще, блядь. Не, я частенько осознаю после рейда уже, когда пишу иногда, блядь, сори, ребята, нахуй. Ну хули, уже просто манера такая разговаривать. Не, бывает очень редко, когда неохота материться, потому что все хорошо делают. А когда ты что-то начинаешь... Просто есть, смотри. Есть момент, когда есть вот, типа, релит с матом, а есть давай, момент, когда быдло движ, понимаешь, когда просто на 5 человека ни за что, вот это мне не нравится. Так понимаешь, ладно бы он кого-то набил, а сидит и просто льет под нос в чат, voice чат. Вырубил бы микрофон, и там себе что-то сидел бы, бил, хуй с ним. А сидит, а просто... Возьми мой... Так, давайте по делу. Минут 5 назад, пару секунд назад. Ты тоже бываешь он стоп говоришь. Хуй остановишь. Ребята, мы по делу, давайте начнем. Че он как? Кастили бабки по делу. Так, ты гвоздика, не пиздика. Короче, смотрите, там фаски или фаски, голову танка пройдем. Погоди, дай ГБ поворую чуть-чуть. Я могу воровать? Одного танка? Хотя, давай в одного, Женя, потанчи один. Давай. Блядь. А груз роешь? Нахуй одного, ну, давайте в два, блядь. Давай в два, чтобы не быть мозгом. Окей, давайте в два, ладно. И три хила, а еще все, Андрю, говори. Я ничего не говорю. Ну ты говори. А я не могу рыбу взять. Кто может рыбу взять с Бен? Я не могу рыбу взять. Каску. Ой, есть рыба, нахуй. Каску, ну, вот рыба. А, я не беру три штучки.
О, нихуя с нее попал, скипоис, блядь. Ты каски раздай. Я раздал каски, кому еще надо каску дать, скажи. Пете нужно ротику дать. Она, тебе нужно дать какаску дать. Она, конечно, обычная, но ничего страшного. Я хуй знаю. Жень, поставят он ебаный, правду говорят. У тебя воду стоит? Воду стоит у меня, но здесь не включен. Включи этого Женя Бафа. По всем палдол. Ребят, я не буду ставить это аддон. Вуду, блядь. Просто отображение бафов вруби, и все, и там будет видно. Все, у всех все есть, смотрите. Лок готов? Лок. Ой, блядь, стой. Мах, ты в Дискорде? А, ты же не знаешь, что тут делать, да? Минус. Вон, началось. Первая фаза, короче, бьешь, но тебе будет дебаф вешаться. Запоминаешь, первая и вторая фаза будет дебаф. Его не стакаешь больше 4, нахуй. То бишь, набралось 4, блядь, стопнул, не дамажишь, пока стаки не спадут. Понял? Зафиксировал. Второй момент, короче, смотри, будут на первой фазе 2 меточки. То бишь, мы поднимаемся сюда, когда она взлетает, блядь. Сюда вот становимся, короче, и на кого-то бросает меточку, словно она бросит на себя. Ты пиздуешь и становишься сюда. Я замораживаю глыбу. Если тебя глыба не замораживает, ну, типа, метка не тебя бросает, что ты отходишь, глыбу поставились, ты прячешься. Моя задача спрятаться, короче, от плевка. То есть будет такая точка рандомная по всей этой области, между тобой и точкой должна быть глыба, блядь. Запомнил. Также будет притяжка к боссу. То есть, когда притягивает боссу, ты должен быстро бежать. Видишь, не успеваешь отбежать, жмешь глыбу, блядь, сейвы, все, что есть. Нажимаешь саппорт, блядь, да, всю хуйню прожимаешь, короче. Главное засейвись, а не умри. Короче, следующий момент, вторая фаза, самый важный момент. Видишь крест и ромб? Крест и ромб, вторая фаза, видишь? Если говорят, в крест ставишь метку, озвучили там, мах в крест, ты бежишь, блядь, в крест. Если сказали мах, блядь, бежишь в ромб, бежишь в ромб. Если, короче, метки на тебе нету, ты в РД-зоне тусуешься всегда в квадрате, блядь. Если сказали, что надо спрятаться, блядь, за глыбой, то бишь, если метка стоит в ромбе, блядь, в ромбе, ты, то бишь, ответственно бежишь, блядь, условно, я тебе сейчас метку поставлю, стоит вот, вот там, блядь, ебаный дракон от печеньки. Ты должен спрятаться вот так, если будет притяжка кривая, типа, условно, у нас не будет в центре глыбы, а будет в ромбе. То бишь, ты бежишь, блядь, вот так становишься, как вот этот гном каратун, блядь, ебаный. Если все окей, типа, все не проебали, то бишь в центре стоишь, как тебе сказали. Все. Все будет озвучено. Готовность, приехали. Мало ли. Жек, ты на третьей фазе меня. Все готовы, идите, ловите босса. Угу. На третьей фазе, я помню. Варом на хп-то еще покричи потом. Где ты? Я как ловить босса, кто вообще из... Крест, встань, крест, стоп, крест. Сейчас. И поворачивай. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Норштрома унесут ваши души. Напоминаю, первая притяжка 85%. Я бью желтый сучок, ребят, паладина. QR-код, нажми глыбу. Ладно, нормально. Беги, малышка, беги! Я чуть не убежал. Фаза, смотри, метка не прибедись, короче. Мах, вот сейчас важный момент. Вот две метки становятся, отходите от них отходите, будут две глыбы. Чуть подальше друг от друга. Да нормально все, нахуй ты чё. Право, пацан друг ближе. Сейчас ловить так же в кресту, да? Да. Только таунтом пей сперва. Понятно. Все, не бейте больше. И последняя летит. Я знаю. Поводился друг синдром первый раз в жизни. Ну да, я построил с другим
Сейчас бахнет по сове, смотрите. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Ревещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Блин, ты желтый джаг хуяришь, да? Да, я хуярю желтый джагой. Когда кидаю я. Я щиток кинул по этому полоку. До 20% больше не ебашьте, доты не хуярьте. Право далеко. По правой чуть больше наносить, он по центру падает. По центру падает. Стоп по глыбам, стоп по глыбам. Последний падает, разбиваем. Все разбивает. Великий, можете вы не подходить ближе, с креста достает нормально дамаги, чтобы потом не путались нахуй. Вообще на будущее запомнил. Сове бахнет. Там это, Ваня Андрей, там мастера Сакрайс, вот у меня, короче. Не забудьте тоже. У Петра у Пети не 4D4, если что вдруг. Пизда, как меня убил под мастером, нахуй. Дебла на кусок, либо так не прочарен. Конченый. Они убьют только под этими успеся. Да я мастера дал, думаю, типа выживу, да. Я это. Далеко лево. Возможно, что каску бахнет по мне, Женя. Лево близко. Каску бахнул. Каску и приста бафать я бы дал я. Лево. Ближе к центру. Вторую подведи чуть-чуть, вторую. Сейчас будет последняя глыба. Лево, лево близко, очень лево. Напомню, теперь там 400, когда для меня сходим. Я ребят, танки. Андрей, 400, когда меня сходим. Тихо. Первую глыбу крестик. Стекло отошли от крестик. Сразу разобьем. Дайте танк скинуть и разбиваем. Танк скидывать, разбиваем. Ну, уже когда он был забрать. Да уже все, на следующий пускай меняются. Петя, иди. Еще в ром. Петь забирать, Петь, 4 у тебя. Меняйтесь, да. Забирай босса. Не разбейте, пускай забирай. Следующий в крест следующий. Бросилось. Нет, в фиолетово. У тебя глыбы? Так убило меня. Чё, иди. Все написать, Жека, прожмешь под дыхание. Я в эту подметкой. Выбить из глыбы я забыл. Кинули стаки. Забираю. Геру дали. Крестик. Следующий тоже в крестик.
крестик снова. Крестик поставил. Спрятали за крестиком, блядь. Блядь, не, не откинула. Шикарно, прячься, блядь, сейчас притянет. ГГ нахуй. Я бы сказал, крест не откинул. Форму, форму, улыбся, форму. Че пешком бежишь? Форму взял нахуй. Все. Кот спамит какие-то ебаные твои стайки в личку, что это? Не знаю. Это стайки на танке. Так нахуя нам не спамит личку? Ты не ставь хвост глыбу. Падайте. Дай диван кому-нибудь. Диван дай пострелить. У меня камень, я встану. У нас минус ретрик. Три к ДПС, невелика потери. Короче, блять, на танках ваша задача. Началась фаза, первая глыба скинул стаки, сразу поменялись. Вторая глыба, кто только скинул стаки, снова поменялись. И так, блядь, до посинения. Так, это важно, я спросил вопрос, сколько стаков держим, мне сказали тихо. Все. Не сколько стаков, за первой глыбой да, скинул, пошел менять. Допуло. За первой глыбой скинул, пошел менять. Все, следующий танк, когда ты его поменял, он идет за любой глыбой скинул и сразу пошел менять. Там никто не считает стаки. Понял. Тогда понял это все. За первое, получается, ты сбрасываешь, за второе я. Пошли все другие кварталы, кто где. Слышь, если мы синдру не убиваем, нахуй тебе вообще ходить? Ну, я честно скажу, вот от себя. Типа, мне только на фул надо. Типа, ЛД, вот это все будет пизды, короче. Ну, вот честно скажу. И, типа, вам что-то надо других порталов или что? Да нет, мне нужно, фул тоже закрыть. Ну, вот я тоже. Чай 2 минуты, если никого не найду, да, и нажмем камень, да, и пойдем себе чай, кофе пить. Ну, давай. На центре остаемся? Да. Сейчас, где там этот ебучий ретрик, что я ссылки кину? Лешь, КД, этот КД. Ну, там не только Синдра, там еще два квартала целых, кровавый и чумак. Я на Синдру, мы там дальше в 9 все убьем. А, ну если так, то да. Ну, с Кэтуаном мы не убьем тебя. Ладно, мне тоже идти надо из... Ну, блядь, ладно, ну, раз я, такая пьянка, я на фул тоже не смогу, у меня полчаса, наверное, максимум. Короче, ладно. Мах, поставь портал, пожалуйста. Мах, ты тут? Ладно, я так портнусь. Все, всем спасибо, удачи. Спасибо. В Дискорде, короче. Давайте. В следующий раз. Да. Ну, там есть время сидеть, ну, типа, нет смысла. Лучше